И к происшествиям. В Краснодаре девушка чудом выжила, упав с 6-го этажа. По предварительной информации пресс-службы городского ОВД, накануне студенты устроили вечеринку в квартире многоэтажки на Рахманинова. Закончилось это несчастным случаем. 22-летняя девушка выпала из окна и на крышу припаркованной у подъезда иномарки. Владелец разбитой машины ничего не слышал. О случившемся ему сообщили очевидцы. Пришли соседи, сказали. Мы как бы даже не в курсе были этого дела. Пришли, сказали, что вот произошло такое. Ну, вышли, посмотрели, ну, а что сделаешь? Вот теперь как бы переживаем больше за здоровье девочки. Студентку с травмами средней тяжести и подозрением на перелом позвоночника госпитализировали. Впрочем, из реанимации ее уже перевели в общую палату. Сейчас полицейские выясняют причины, по которым девушка выпала из окна. Предварительно уже установлено в ходе опроса тех молодых людей, которые находились в съемной квартире, что девушка во время падения находилась на балконе одна, и, соответственно, никаких пока подтверждений и оснований полагать, что в данном инциденте виновны третьи лица. Однако, по словам соседей, из квартиры, где отдыхали студенты, раздавались крики о помощи, причем буквально за несколько секунд до случившегося.